Добрый вечер, уважаемые трейдеры. Сегодня у нас 25 мая, время очередного правильного понедельника. Традиционная проверка связи, как меня слышно. Если все отлично и нет проблем с изображением, можно поставить плюсики в общий чат. Как меня слышно? Отлично. Если возникнут какие-то проблемы, сообщайте по ходу вебинара, попробуем их исправить. Точнее, точно исправим, конечно же. Что касается нашего сегодняшнего сценария, то, в принципе, без изменений, это, как всегда, фундаментальные события прошлой пятидневки, на что нужно было обратить внимание, что можно использовать было в трейдинге. После переключимся на текущие важные макроэкономические данные, которые запланированы на этой неделе. Ну и в конце обозначу как раз ценовые ориентиры для основных валютных тандемов, которые, собственно, мы используем в нашей каждодневной спекулятивной деятельности и торговле. Думаю, что все, кто хотел присоединиться уже с нами, другим, соответственно, останется посмотреть записи уже на нашем официальном канале Amarkets на YouTube. Напомню, что видео появится уже завтра с утра на официальном канале. Давайте начинать. Прошлая неделя оказалась очень интересной, именно в плане даже событий, еще более интересной с точки зрения движения активов. В этот раз, собственно, нам удалось поймать как раз эти самые коррекционные движения рискового инструмента и роста доллара, на которые мы, в принципе, уже давно делали ставку. Конечно же, каждый раз объективно, четко объясняя это с точки зрения фундаментальной составляющей. Как вы прекрасно могли заметить, европейская валюта по итогам, соответственно, прошлой недели выступила одним из ключевых аутсайдеров, хотя я думаю, что эту роль примерили большинство рисковых инструментов. Это явно не доллар, который отбирал десятки пунктов у своих основных конкурентов. Но тому также, как я уже говорил, были соответствующие фундаментальные предпосылки, которые, разумеется, сказались на динамике этих активов соответствующим образом. Если посмотреть начало недели, только за первые три дня, можно сказать даже так, евро-доллар умудрился просесть практически на три фигуры, то есть 300 пунктов, коснувшись уровня 1.1150. Что касается итогов недели, вы прекрасно знаете, что пара евро-доллар вплотную подошла к уровню 1.10, там несколько пунктов осталось до ключевой поддержки, это что касается пятницы. Ну и сегодня уже с открытия мы видели, как евро-доллар завалилась ниже этой поддержки и сейчас продолжает торговаться недалеко от этого рубежа. Существенную разгрузку для европейской валюты спровоцировали комментарии монетарного руководства Европейского центрального банка. Напомню, что первые дни мы еще не знали, насколько интересными окажутся данные по инфляции, и, в принципе, еще не готовились к соответствующим выступлениям, конференциям руководителя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Мы оперировали исключительно европейским фоном, и он оказался весьма интересным, поскольку член управляющего совета Кристин Нуае сообщила о готовности европейского мегарегулятора при необходимости, если того потребует ситуация, увеличить объемы программы количественного смягчения. Эта позиция была поддержана еще ее коллегой, членом исполнительного совета уже Бенуа Кире, который к тому же, на мой взгляд, оказался еще более конкретным с точки зрения заявлений, поскольку он обозначил практически даже сроки возможных решений по расширению программы количественного смягчения. Это может быть даже июнь. И еще коснулся такой темы, как стабильность ставки по депозитам. Может быть, даже не такая уж и стабильность. На текущий момент, как вы знаете, она находится на отрицательной территории. И при необходимости Европейский центральный банк может дополнительно снизить эту ставку и, соответственно, продемонстрировать рынку, что по-прежнему готов задействовать все возможные инструменты для стимулирования роста экономики, для борьбы с рядом экономических проблем, и прежде всего с низкой инфляцией, которая, по сути, представляет уже и дефляционные риски. Разумеется, подобные вербальные интервенции пока до фактов, до дела еще не дошло, но достаточно того, что ЕЦБ всерьез рассматривает возможность подобных стимулов. Разумеется, подобные шаги, они выступили ключевым фактором разгрузки главного валютного риска, стали причиной коррекции позиции против американского конкурента. И, может быть, даже это
скажем, было то событие, которое сняло чрезмерную перекупленность на рынке, поскольку за последние несколько недель, даже месяцев, мы видели, как рисковые инструменты евро, фунт, австралиец, новозеландец, они забрались так высоко, как, в принципе, не должны были, учитывая общую фундаментальную картину и новостной фон, который характерен для регионов, за которыми стоят эти валюты. Что касается статистики, разумеется, на нее также нужно было обращать внимание, поскольку сейчас она также представляет большой интерес, особенно если это европейская статистика, потому что как раз слабость европейской статистики может нас еще больше увидеть в том, что экономика валютного блока нуждается в дополнительных мерах экономического стимулирования. В начале недели у нас была возможность проанализировать данные из ЕУ. Здесь, к сожалению, нужно констатировать очевидный факт слабости. Показатель достиг пятимесячного минимума 41,9 против прогноза 49. Индекс оценки текущих экономических условий института ЕУ также в отрицательной зоне 65,7 против прогноза 68. Разумеется, это уже не первая статистика, которую мы анализируем, на которой делаем факты. И, в принципе, очередная порция слабых макроэкономических данных указывает на то, что крупнейшая экономика валютного блока, к сожалению, уже не может характеризоваться и похвастаться прежним восстановительным импульсом. Во вторник были опубликованы данные по инфляции в еврозоне 0,2% против прошлого 1,1% это месячный эквивалент. Что касается годового, то он так и остался на нулевой отметке, поэтому, в принципе, если снова вернуться к комментариям руководства валютного блока, их заявления были абсолютно оправданы, но мы в этом не сомневались, мы отмечали риски дефляции, мы отмечали тот факт, что, к сожалению, эту проблему никак не удается разрешить, и, разумеется, это подталкивало также на нас, трейдеров, инвесторов, к ожиданиям того, что экономика и сами трейдеры и инвесторы в самое ближайшее время могут столкнуться с фактом дополнительных экономических стимулов. И вот, судя по комментариям, мы можем дождаться их уже в самое ближайшее время. У британской валюты также была возможность во вторник проанализировать данные по инфляции. Еще раз напомню, что как раз этот показатель является для британской валюты сейчас одним из самых определяющих, поскольку от того, насколько экономика сможет разогнать уровень инфляционного давления, насколько сможет приблизиться к целевому порогу, будет зависеть сроки по повышению процентной ставки. В общем, у нас сейчас полномасштабно в мире две темы. Это инфляция и возможные меры экономического стимулирования, либо, напротив, ужесточение. Если по большинству регионов мы ожидаем новые меры стимулирования, то вот уже Банк Англии и ФРС – это у нас кандидаты на возможное ужесточение. Но пока, скажем, на финишную прямую касательно подобных решений первым должна выйти американская Федеральная резервная система США и, соответственно, американский мегарегулятор вкупе с американской экономикой. Что касается индекса потребительских цен Англии, здесь по факту мы увидели, что показатель годовой эквивалент оказался уже в отрицательной зоне, минус 0,1% против наивного прогноза того, что индекс может остаться в плюсовой территории. Поэтому можно констатировать не просто факт усугубления данной проблемы, факт снижения инфляционного давления, ну и то, что это стало уже историческим прецедентом, поскольку такую статистику мы наблюдали впервые с 1960 года. Разумеется, это охладило пыл покупателей, поскольку фунт по факту выхода статистики оказался чуть ли не главным аутсайдером, но в принципе продолжал динамику и коррекционную динамику евро, поскольку мы видели, что фунт потерял более 150 пунктов, просев до уровня 1.5506, затем пошло небольшое восстановление, но опять же пятничные данные снова вернули актив на землю, поскольку вы сами все прекрасно видели, что происходило на рынках. Вижу проблемы со звуком, что прям невозможно разобрать, да, о чем я говорю? Так, давайте посмотрим. У всех такие проблемы? Так должно быть лучше.
Еще вопрос на засыпку. Сейчас меня хорошо слышно? Или вообще не слышно? Если хорошо слышно, можно поставить плюсики. Стало лучше. Это максимальный уровень громкости, поэтому будем надеяться, что будет лучше. Давайте, собственно, продолжать. Если еще возникнут проблемы, сообщайте об этом. Так, остановились мы на британце. В принципе, реакция британской валюты на факт публикации слабых данных по инфляции оказалась более чем логична. Можно уже, думаю, не останавливаться. Очень надеюсь, что как раз такой исторический прецедент позволил вам провести прибыльную сделку. И если вы внимательно следите за новостным фоном, непременно мы это могли сделать. Идем дальше. Что касается пары доллар-японская иена. Если сразу посмотреть на то, как неделя была начата этой парой, где она закончила, мы видели то, что доллар находился в таком приподнятом настроении, продолжал отыгрывать пункты у своего конкурента японской валюты и к середине недели достиг уровня 120,70. В принципе, это было очень много. В последние дни пара характеризуется очень незначительной волатильностью, но только за несколько дней американец смог в этом защитном тандеме пройти против японского конкурента около 150 пунктов. И это, на мой взгляд, очень много, это неплохо, и это еще раз подчеркивает верность той инвестиционной идеи, которую мы продолжаем обозначать уже давно. Эта инвестиционная идея сводится как раз к возможности использовать вот этот локальный рост в паре для того, чтобы достигнуть нашего целевого параметра, ориентира, которого также продолжаем придерживаться, в районе 122. Если так, вообще ничего не слышно. Нужно точно понять, это разовая проблема. У кого-то конкретно не получается установить, скажем, со мной такой зрительный контакт. Хорошо. То есть со звуком все, спасибо. Это как раз мне и требовалось. Тогда продолжаем. Что касается роста американской валюты, в принципе, здесь снова сделать акцент стоит, конечно же, на динамику американских трежерис. В последнее время мы видим, точнее, последние дни, как доходность американского рынка облигаций показывает очень хорошие результаты. В частности, если посмотрим уже на результаты последних нескольких недель, можно констатировать, что американские десятилетки добрались до 6-месячного максимума. То есть сейчас рост американского долга более динамичен, чем, к примеру, европейского. И на фоне вот этого расхождения, повышенной привлекательности именно американских бумаг, мы видим, как инвесторы перекладывают свои сбережения именно в те активы, которые номинированы в долларах. Вот еще одна причина роста американской валюты. Я думаю, что при прочих равных условиях на рынке нужно следить за динамикой долгового рынка, поскольку то, что происходит с облигациями, является фактором, определяющим поведение ключевого валютного актива. Что касается рисковых инструментов, то здесь они уже пляшут от того, как ведет себя доллар. Вернемся к статистике. Число закладок новых домов в США выросло очень хорошими темпами, до 20% в месячном эквиваленте. В итоге мы увидели прирост 1 миллион 135 новых домов. Это самый лучший показатель с ноября 2007 года и самый значительный прироста с 1991 года. То есть еще один исторический прецедент. Я думаю, что можно делать на это ставку, поскольку в последнее время статистики хорошие по штатам было очень много. И если периодически выходят такие данные, разумеется, это как бальзам на душу тем, кто продолжает надеяться на более скорое повышение процентной ставки и все-таки верит в то, что американская экономика продолжает находиться, скажем, на рельсах уверенного восстановления. И локальная слабость, она носит сезонный характер и не может, скажем, иметь какого-то систематичного повторения. Не знаю, к каким трейдерам относитесь вы, но лично я отношусь к тем, кто верит в очень хорошее будущее американского доллара. И связано это, опять же, с теми ожиданиями, которые я разделяю касательно возможности, готовности американского мегарегулятора повысить ставку уже в этом году. Ну, посмотрим, конечно же, как будет по факту, но судя, опять же, по отчетам, особенно прошлой пятницы, я думаю, что я не один такой трейдер, который делает ставку на
доллар и, может быть, пытается использовать этот фундаментальный фон с точки зрения занятия длинных позиций против японской валюты. Наша цель, еще раз напомню, 122, и вполне возможно, уже на этой неделе мы сможем до нее добраться. В среду, разумеется, уже все внимание трейдеров было приковано к самому важному до пятницы, самому важному, скажем, отчету недели, первых четырех дней прошлой пятидневки, это протоколы американского мегарегулятора. ФРС отметила, что повышение ставок в июне маловероятно, так как чиновники обеспокоены замедлением экономического роста в первом квартале. Однако были и те, кто отметил, что однократное повышение ставки абсолютно не повредит экономике сейчас и никак не скажется на темпах восстановления. Может быть, даже мы увидим рост ставки до 1%. Плюс ко всему, если вы смотрите наши брифинги, несколько дней назад я акцентировал внимание трейдеров, слушателей нашего официального канала на статье Deutsche Bank, которые, на мой взгляд, очень неплохо проанализировали ситуацию с перспективами повышения процентной ставки и дали ясно понять, что ничего страшного не произойдет в плане того, что если ФРС начнет поднимать процентную ставку. Никаким страшным негативным последствиям, ну, про фондовый рынок мы, конечно же, сейчас не говорим, это не приведет. А если будут какие-то проблемы, не стоит забывать о том, что коррекция ставки – это не единственный инструмент, который может апеллировать американский мегарегулятор. В случае чего будут предприняты дополнительные шаги, которые смогут восстановить, стабилизировать ситуацию и, скажем, перегруппироваться и поставить дополнительные цели по монетарному курсу. Что касается, опять же, итогов протоколов, ожиданий, здесь нужно усвоить следующее. У нас по-прежнему остаются ожидания того, что американская экономика готова к ужесточению монетарной политики, пусть даже если это и не произойдет в июне, шансов, конечно же, на это мало. Но это не отменяет возможность подобных решений, скажем, на последующих заседаниях, вплоть до конца 2015 года. Но июньское заседание уже обещает, как я также отмечал, быть одним из самых интересных, поскольку больше 8 месяцев консенсус-прогноз предполагал, что потенциальное решение может быть озвучено в июне. И учитывая то, что очень много ожиданий было заложено в этот месяц, понятное дело, что какое-либо решение, неважно какое, но само июньское заседание будет весьма интересно, поскольку оно заставит пересмотреть сроки дальнейшего уже решением по повышению процентной ставки и станет причиной, из-за которой трейдеры будут переориентировать свои ожидания, в том числе и по торговле американским, прежде всего по торговле американским долларом. Поэтому вопросы ужесточения монетарной политики, повышения ставки остаются открытыми, поэтому, как следствие, мы серьезных продаж по доллару так и не увидели. Напротив, доллар оказался даже динамично растущим активом по итогам прошлой пятидневки. И я думаю, что этот статус еще сохранится. Поэтому, в целом, после публикации протоколов мы видели, как доллар и японская иена к закрытию среды добралась до уровня 121.33. Это тогда было по итогам среды недельный максимум, но потом уже по факту пятничных данных по инфляции пара смогла подобраться еще ближе к уровню 122. Что касается евро против доллара, то европейская валюта к среде у нас просела в район 1.11, то есть это было уже намного ниже открытия недели. Что касается других активов, то стоит выделить британскую валюту, поскольку в середине недели пара смогла отбиться от уровня 1.55, который выступил мощной поддержкой. И здесь еще был и фундаментальный фон, который связан с итогами майского заседания Банка Англии, то есть это также протоколы, и на них также нужно обратить внимание. Что мы услышали по факту майских протоколов касательно Банка Англии? То, что все 9 голосующих членов проголосовали за то, что ставку нужно сохранить на рекордном минимуме 0.5%. По идее, это было более чем ожидаемо, то есть никто и не полагал, что будут заложены какие-то ожидания касательно коррекции ставки на ближайшую перспективу. Но почему все-таки фунт вырос? Я думаю, что приободрили британскую валюту комментарии монетарного руководства о возможности возобновления роста индекса потребительских цен к концу этого года. Пара фунт на этом фоне восстановилась до уровня 1.5535, но еще раз хочу обратить ваше внимание, поскольку реакция на эти комментарии, мне кажется, была чрезмерной, потому что
непонятно, как британский мегарегулятор собирается добиться роста индекса потребительских цен, особенно после того, как мы видели, что этот показатель уже оказался в зоне дефляции. Банк Англии ситуацию эту в целом не прояснил, просто использовали вербальный подход, якобы верьте нам на слово. Но я не думаю, что к трейдингу сейчас стоит подходить таким образом. Все-таки стоит обращать больше внимания на статистику, на реальную картину, и эта реальная картина указывает на то, что Банку Англии нужно постараться даже прыгнуть выше головы, если это возможно, чтобы создать какие-то условия для роста инфляционного давления. Сейчас предпосылок для этого нет, а поэтому сами понимаете, что гнать фунт только на одних лишь технических факторах и ожидании того, что Банк Англии сможет добиться этой цели, очень рискованно. Поэтому советую принимать более обдуманно, взвешенное решение. И если уж все-таки вы решите открывать длинные сделки по фунту, то нужно руководствоваться очень минимальными объемами, небольшим плечом. Это так, такой легкий совет, маленький совет к риск-менеджменту. Что касается других отчетов, в среду вышли официальные данные по запасам нефти США. Очередной отчет подтвердил очередное снижение запасов. В этот раз до минуса 2,67 миллиона баррелей против прогноза минус 1. То есть 3 недели подряд мы наблюдаем снижение запасов. На этом фоне нефть у нас смогла подняться с локального минимума в районе 64,10 до уровня практически 64,79. В четверг ситуация на рынке изменилось, и рисковые активы смогли отыграть у доллара несколько десятков пунктов. Может быть, это также было логичной реакцией на чрезмерную разгрузку рисковых инструментов, которые мы наблюдали первые 3 торговые сессии. Ну и были, конечно же, еще такие локальные, легкие факторы поддержки. В частности, евро. Евро помогли данные по индексу деловой активности в производственном секторе Market. Мы увидели то, что отчет оказался в районе 52,3 против прогноза 52. Но в целом же это так, чтобы объяснить возможный интерес. Более определяющих фундаментальных факторов не было. Все прекрасно понимали, что локальная коррекция, она носит временный характер. Я имею в виду, скажем, когда евро отпрял от локального минимума, который был достигнут в среду. И на фоне тех актуальных фундаментальных проблем также на рынке присутствовало ожидание того, что эта коррекция может быть продолжена в любой момент. И в пятницу мы увидели, собственно, что это было абсолютно верным с точки зрения ожиданий. И действительно, евро у нас добрался до уровня 1,10. И я думаю, что это еще не конец коррекционного движения. В свою очередь, фунт также показал в четверг позитивную динамику против американского доллара. Фунт, в частности, отреагировал на очень хорошие данные по розничным продажам. 4,7% в годовом эквиваленте против прогноза 3,8%. Против доллара сыграли и слабые данные США, в частности, еженедельный традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице 274 тысячи против прогноза 271 тысячи. Поэтому пара доллара-японская иена снизилась в район 121, это с локального максимума 121,37. Но эти отчеты я специально пробежал быстро, скажем, поскольку уже нужно обращать внимание на более актуальные тенденции. Эти тенденции были сформированы уже в пятницу, потому что в пятницу у нас оказался еще более интересный день, чем по факту публикации протоколов, поскольку в пятницу мы дождались серьезного подтверждения того, что доллар еще ни в коем случае не нужно списывать со счетов. Были опубликованы данные по инфляции, и базовая инфляция показала, что индекс потребительских цен вырос до 0,2% в месячном эквиваленте и 1,8% в годовом. То есть практически добрались до целевого порога. Но не забывайте о том, что это базовая инфляция, которая не учитывает продовольственные товары и энергоносители. Но в целом это достаточно того, что трейдеры поверили в наличие основания для роста индекса потребительских цен, достижения целевого показателя и продолжили делать ставку. Особенно те, кто продолжает до сих пор делать ставку на рост доллара, продолжили делать это с прежней уверенностью, а может быть даже еще с большими ожиданиями того, что основания для этого есть. Напомню, что для ФРС определяющими в плане фундаментально значимых и очень важных решений, связанных с изменением монетарной политики, являются прогресс на рынке труда и рост индекса потребительских цен. Сейчас у нас
есть позитивные сдвиги как по первому моменту, так и по второму. Поэтому пятничная торговая сессия показала нам абсолютно логичное поведение и логичную реакцию американца. Мы констатировали и видели факт того, что USD-иена у нас достигла практически уровня 122, чуть-чуть не дотянула до нее. Евро-доллар просел до уровня 1,1. Фунт против американского доллара оказался ниже 1,55. Что касается австралийца, то тут, в принципе, мы как рекомендовали продавать валюту с уровня 0,8, так, в принципе, австралиец не подводит в плане реализации этой инвестиционной идеи уже больше недели и продолжает сыпаться вниз, хотя по австралийской экономике есть другой фундаментальный фон, связанный с объективными проблемами в экономике и ожидание, возможно, еще одного шага по снижению процентной ставки. Собственно, это все основные события прошлой недели. Давайте теперь перейдем на текущую пятидневку. Думаю, что вкратце вы уже обратили внимание, что неделя будет очень спокойной. Важных отчетов, таких как на прошлой неделе, не будет. Завтра у нас заказан товар длительного пользования и уровень доверия потребителей. Но в целом уверен, что даже несмотря на текущие макроэкономические данные, может быть даже слабый отчет мы увидим, в целом доллар продолжит кататься на ожиданиях возможного более скорого ужесточения монетарной политики. Тем более, забыл отметить, что по итогам пятничной конференции Джанет Йеллен еще раз подтвердила факт того, что повышение ставки стоит ожидать в этом году. И есть очевидный прогресс как на рынке труда, так и прогресс касательно роста индекса потребительских цен. Также не нужно упускать это из виду и из внимания. В среду у нас максимум фокуса внимания на сопроводительное заявление Банка Канады и решение Банка Канады по процентной ставке. Разумеется, здесь ожидать снижения ставки не стоит, поскольку очень мало времени прошло еще с последнего решения. Я думаю, что на то, чтобы Банк Канады созрел на очередное снижение процентной ставки, должно понадобиться и должно пройти еще месяца 3, а то и 4. Посмотрим, как будут обстоять дела с подобным решением ближе к осени. Но пока здесь стоит, конечно же, руководствоваться комментариями руководителя Банка Канады Полоза о том, что снижение цен на нефть еще не сказалось целиком на динамике канадской экономики. И, соответственно, если не сказалось, он подчеркивал негативные последствия, я думаю, что трудности, экономические проблемы также будут продолжать быть активными и актуальными, точнее, так будет правильно, для экономики Канады. И опять же, возвращаясь к перспективам этой пары, сегодня на брифинге мы говорили, что пара очень хорошо показала себя в плане восстановления с уровня 1,2. Как раз на это мы и делали ставку, давали такие рекомендации. Сейчас я предлагаю держать эти позиции, сделки и замахнуться даже на более агрессивные ценовые ожидания в районе 1,25. В четверг из отчетов, пожалуй, можно будет выделить изменение запасов нефти, нефтепродуктов. Сейчас по мере приближения заседания ОПЕК, пожалуй, это единственный фактор, который будет напрямую сказываться на динамике нефти, хотя есть еще и актуальная тема, связанная с ближневосточным конфликтом. Но статистика, она, разумеется, не пройдет незамеченной, тем более, что в этот раз мы сможем либо констатировать четвертую неделю подряд снижение запасов, либо снова вернемся к тенденции роста, которая до этого была более продолжительная и длительная. В целом сейчас нефть находится под легким давлением, и я думаю, что чем ближе заседание ОПЕК, чем ближе тот актуальный фон, который также мы детально анализируем в ходе наших брифингов касательно возможной инициативы ОПЕК по сохранению собственной доли на рынке и, соответственно, увеличению объемов добычи, это будет оказывать еще большее давление на нефть. И, разумеется, если спроецировать потенциальную коррекцию цен на черное золото, можно отметить ожидание такой же слабости и для российской валюты. И в пятницу, пожалуй, самый интересный с точки зрения статистики день недели, поскольку в пятницу нас ждет день данных по ВВП. Это Англия, США и Канада. Валовый внутренний продукт Англии. После последних данных по производственной активности, после последних данных по росту заработных плат и хороших розничных продаж, я допускаю, что в этот раз статистика по ВВП будет
неплохой. Но опять же, стоит сделать акцент на, если уж и торговать этим отчетом с точки зрения длинных позиций, если и будет позитив, то это исключительно локального свойства и характера, поскольку в целом ключевая фундаментальная идея, она касается того, как банк будет бороться с низкими показателями по инфляции и когда он будет готов к повышению ставки. Пока никакой, скажем, никакого позитива с точки зрения указанного фона ожидать не стоит. Но локально можно, скажем, поторговать в пятницу по факту выхода этого отчета там, с небольшими ожиданиями по тейк-профиту в районе пунктов 25-30, это максимум. Ну и прекрасно нужно понимать, что в случае разворотных тенденций на рынке Форекс, охлаждения интереса к рисковым инструментам, даже позитивные данные может быть легко нивелироваться рынком, и рисковые инструменты против доллара, опять же, возможно, по факту роста доллара, очень быстро превращаются в серьезных аутсайдеров. И прошлой неделе это еще раз и доказало. Что касается данных по ВВП США, в этот раз как раз у нас будет возможность проанализировать последний комментарий руководства, монетарного руководства ФРС США. Еще раз напомню, что они констатировали слабость первого квартала как исключительно сезонное явление, и последующие показатели будут гораздо лучше. Посмотрим по факту этой статистики, но если верить их словам, в этот раз ВВП должны оказаться неплохими, и это еще больше, скажем, подчеркивает интерес к идее касательно занятия длинных позиций по доллару. И, скажем, заключительным отчетом выступят уже данные по индексу потребительского доверия Мичиганского университета. Думаю, что этот отчет будет уже напрямую зависеть от статистики по ВВП. Но в целом, для сохранения позитивных ожиданий, нам будет достаточно получить хорошие данные по ВВП. Но если уж совсем быть откровенным, то, что мы хотели в плане позитива получить для доллара, мы это получили в пятницу. И сейчас остается лишь перетряхивать свои портфели, принимать верные решения и ни в коем случае не злоупотреблять с возможностью, скажем, торговли против фундаментального фона, торговли, связанной с занятием длинных позиций. Я сейчас не рекомендую длинные позиции по рисковым инструментам. И заключительный слайд – это, собственно, ценовые ориентиры по ключевым валютным активам. Они все исходят из того, что мы делаем ставку на коррекцию евро, австралийца, фунта и соответствующий рост доллара. Поэтому это, собственно, все. Если есть вопросы, с радостью на них отвечу. Можете задавать их либо в рубрику «Вопросы», либо в общий чат. Я уже достану их сам. Что касается эпопеи с госдолгом США, пока я думаю, что эта тема не совсем актуальна, поскольку если были бы какие-то серьезные негативные факторы и аспекты ожидать того, что она может разрешиться таким же негативным образом, мы бы уже давно освещали эту тему. Пока есть более интересные фундаментальные составляющие, даже что касается определения перспектив американской экономики. Поэтому сейчас я предлагаю вам особо не зацикливаться на этом понятии. Что касается перспектив золота, я могу здесь порекомендовать вам найти у нас на сайте тот прогноз, который я делал на год. И как раз одним из активов, который я анализировал с учетом возможных ожиданий по коррекции процентной ставки, было золото. В целом, я отвожу в качестве перспектив для золота ожидания по еще большей коррекции, чем то, которое мы видели в последнее время. И если, скажем, рынок, если ФРС может убедить трейдеров о том, что американская экономика готова к повышению процентных ставок, я думаю, что золото у нас может закрыть этот год. В частности, остается еще полгода, в общем, длительная долгосрочная инвестиционная идея в районе 1150, а может быть даже и еще ниже. Поэтому, что касается драгметаллов, я здесь исключительно медведь. И вам, с учетом общего фундаментального фона, советую также рассмотреть возможность занятия коротких сделок. Но опять же, это идея позиционного характера. А сейчас мы видим то, что по факту роста доходности и американского долгового рынка, и по факту таких
серьезных ожиданий того, что ФРС может отличиться действительно уже до декабря 2015 года. Здесь большим интересом как раз пользуется именно американская валюта. Пожалуй, золото сейчас может поддержать разве что негативный сценарий развития ситуации в Греции. Разумеется, если дело дойдет до технического дефолта, это самый настоящий политический коллапс. Невозможно сейчас оценить последствия для экономики валютного блока. Но если этот сценарий будет реален для рынка, то золото, конечно же, сможет получить от этого максимум выгоды. Но, опять же, чтобы уже прогнозировать возможный рост золотого актива, стоит все-таки дождаться того момента, как греческий вопрос в плане реализации сценария станет уже актуальным. Пока у нас только ожидания, пока мы только закладываем риски, что это может случиться, но какой-то конкретики еще точно нет. В плане роста. Опять же, учитывая общий фундаментальный фон, я, в принципе, не рекомендую делать ставку на занятие длинных позиций по европейской валюте. И с чем это связано? Достаточно оценить и агрессивный выкуп активов, и проблемы низкой инфляции, и расширение баланса Центрального банка. Фундаментально для этого нет абсолютно никаких предпосылок. Что касается технических факторов, то я думаю, что в случае, если мы увидим отбой от уровня 1.10 восходящий, евро-доллар до какой-то конкретики, связанной с греческим вопросом, может быть негативного характера, сможет восстановиться в район 1.12. Но хоть это будет и сделка по краткосрочному тренду, она будет сопряжена серьезными рисками. И если евро все-таки нащупает больше оснований, а точнее даже трейдер увидит больше оснований для того, что этот актив нужно вести ниже уровня 1.10, из этой сделки будет очень трудно выскочить, поскольку она будет уже не в том направлении. Я все-таки советую сейчас воздержаться от длинных позиций. Доллар, швейцарский франк. Опять же, долгосрочный трейдинг, долгосрочное позиционирование. Я ожидаю возвращения в район паритета. Сейчас все к этому идет. Тогда большое спасибо за внимание. Хорошо, учту рекомендацию, согласен с вами абсолютно. Попробуем исправить этот технический нюанс. Еще раз большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой пятидневки. И увидимся уже в ходе нашего следующего вебинара. Ну и также не пропускайте наши брифинги. Сейчас они выходят трижды в неделю. Понедельник, в среду и в пятницу. И в следующий раз увидимся уже послезавтра. Всего доброго. До свидания.